Итак, очередное обновление. Смысл в обновлении узнать после обновления, будут ли работать Google приложения, такие как Play Market, YouTube и так далее. Что у нас? Почты, все остальное. Так, у нас обновление уже пошло. Так, еще раз посмотрим. О телефоне нажимаем. Так, что у нас здесь пишется? Вот Huawei P40 Lite. Версия ему E12. Так что до этой прошивки, вернее обновления, все гугловские приложения работают без проблем. Что еще? Ну, короче, стандартные здесь характеристики. И ждем обновления. Так, текущая версия 231. И новая будет версия 232. Уже 45% загружено. Сейчас все прогрузится, перезагрузится. И мы узнаем, будут ли работать приложения Google или нет. Итак, у нас уже 94%. Дождемся полной загрузки. И посмотрим, что произойдет дальше. 189 и 100. Так, проверка какая-то идет. Ну, я так понимаю, а нет. Это просто потух экран. Установить. Нечего ждать секунд. Идет перезагрузка. Все, это уже все, пошла перезагрузка. Приветствие, логотип. EMUI. Так, updating. Please don't restart. Ждем. Какая-то полоска появилась. Что я этой полоски не помню в предыдущих обновлениях. Была она или нет? Если кто помнит, пишите в комментариях. Не, ну реально этой полоски я не помню, чтоб она была. Ну, по идее, уже мало осталось. Опять, по-моему, перезагрузка. Логотип Huawei. Ну, по идее, не должно долго. Приветствие. Должно все пройти как быстро. Угу. Оптимизация. Это, кстати, оптимизация появилась, по-моему, после 12-й EMUI. Когда обновился телефон до 12-й EMUI, и появилась оптимизация. А ППС это, то есть, я так понимаю, приложений оптимизации стандартных. Или что-то в этом роде. Ну, должна произойти, пройти она быстро. 68%. Итак, оптимизация 100%. Что, он опять будет перезагружаться или это уже включится? Так как две уже перезагрузки прошло. Так, пин-код. Так, что-то вылетело. Это настройки приложения. Далее. Не было этих раньше настроек. Итак. Ярлычки есть. Play Market есть. YouTube есть. Смотрим. Он что-то там еще происходит. До конца, я так понимаю, что он не обновлен. Потому что нет сообщения. Когда он полностью обновится, по идее, должен выскочить здесь уведомление о завершении обновлений. Так, нажимаем о телефоне пока. Так, 12 EMUI.
232 прошивка. Телефон обновился. Ну, наверное, уведомления ждать не буду. Проверяем. Play Market. Play Market. Все, загрузился. Я думаю, уже отлично все будет. Приложение уведомлений. Так, что-то еще можно посмотреть. Обновление. Вот можно даже из Инстаграм обновить. Посмотрим, пойдет обновление или нет. Да, все идет. Значит, Play Market работает. Ну, естественно, должен работать YouTube. Да, YouTube тоже работает. Нажимаем любое видео. Все, пошла реклама. Реклама нам не интересна. Итак, после обновления с 231 до 232 прошивки все отлично работает на телефоне Huawei P40 Lite. Вот вам подтверждение, 12 UMI, все обновлено. Google приложение, YouTube, все отлично работает. Что ты тут еще выскочил? А, Instagram обновление идет. Так что обновляем, не боимся. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие обновления для таких телефонов Huawei. Всем всего хорошего, пока-пока.